Что думаете насчет концепции общественной безопасности КОБ? Лекции на эту тему вел ныне покойный генерал Петров. Можно ли ожидать какой-то отдельный ролик на эту тему? Ну, с моей точки зрения, это какое-то развлечение для граждан, скорбных разумом. Вещь настолько это, сплошная конспирология и никакого здравого смысла. Мне это не интересно. Нет.